МВД предупреждает. Это незаконно. ТикТок, Телеграм, ВКонтакте. Часть нашей жизни проходит в социальных сетях. Опубликовал свежее фото, лайкнул чужое, оставил комментарий под чьим-то постом. Может ли это быть незаконным? Может. Если твой пост или комментарий оскорбляет других людей по национальному, религиозному или иному признаку, это незаконно. Если твоя публикация содержит призыв к экстремистской деятельности, это незаконно. Если ты опубликовал пост в оправдание терроризма, это незаконно. Если ты призываешь к разжиганию вражды, это незаконно. Если ты выступил против территориальной целостности нашей страны, это незаконно. Если ты разместил в сети нацистскую символику, это незаконно. Что ожидает нарушителя? За призывы к экстремизму, разжигание вражды и оскорбление других людей в сети интернет предусмотрено суровое наказание. Вплоть до лишения свободы на 5 лет. Между прочим, удаление поста не спасет от ответственности, если в нем есть признаки нарушения закона. Запомни. Интернет – это публичное пространство. Информация сохраняется в нем навсегда. Будь в ответе за каждое сказанное в сети слово. Думай, что публикуешь. Соблюдай закон.